Итак, наступило лето, поднялась вот такая вот травища, копать совершенно невозможно, можно только ходить после массивного дождя по старым колеям, чем, собственно, я и занялся. И результат. Серебро! А вот она, малышечка. Моя прелесть. Должен сказать, эту колею я проходил не один раз, и, блин, ничего, и вдруг бабац. Но, повторюсь, копать теперь возможно только после офигенного дождища. В том году я здесь находил подобный предмет. У специалистов спрашивал, что это такое, и это, оказывается, пуля. Вот такая вот, такой формы, оказывается, это пуля была. Так что вот, и еще здесь очень много, сейчас я пульку выкину, в размытой клее полно керамики. На сухую ее не видно, а вот после дождя хорошего, когда дорогу хорошо размывает, здесь очень интересные предметы можно встретить. Вот еще одна пулька попалась. Побольше калибр. Пуля дум-дум. Я вообще-то просто так заехал. Но раз уж такая пьянка пошла, вот полушка. 1735 год. Вот так вот. В это сложно поверить. Ну, примерно с 20-30 сантиметровой глубины. Русь у нас классный. Вот с такой вот глубины. Звучало как стальной гнилой лист. Вот такенный пятак. И звучит он вот так. Обычно так кусочек железа сгнившего звучит. Но не в этом случае. Дай, думаю, достану этот кусочек железа. Ха-ха! Моя прелесть, сейчас я тебя отмою. Детка. Пятачище! Катюха. 1772 год. Состояние, конечно, грустненькое, но в умелых руках реставратора она будет блестеть и блистать. Сегодня вот такая отвратительная погода. То дождик, то буря, то дождь. В общем, короче, суббота пропала. Погода хреновая. А копать-то хочется. Копать уже негде, остается только вот по болотам ходить. И вот одно болотце у меня так свербило. Я думаю, блин, хочу сюда, не могу прямо. Видно? Не видно? Ха-ха-ха-ха! А-а-а! Моя прелесть! Ядрит, твой он ядрит! Ху-ху-ху! Я разбогател! Что-то написано, но я не вижу. Проба есть, ну золото 100%, конечно же. Гидритовый ангидрит, а?
Вот все-таки какие чувства бывают. Вот чувствую, вот надо заехать. Да, причем на очень приличной глубине. На очень приличной глубине. Вау! Болотце супер! Моя прелесть! Итак, я сейчас буду говорить тихо. Приехал тут на еще одно деревенское озерцо. Все кричат, что здесь уже 50 тысяч раз побывали. Все перекопали. Поэтому буду говорить очень тихо. И... ага, моя прелесть. Где она? Вот она. Вот он, красавец. Но только потихонечку говорим. Ибо... сейчас мы его помоем. Вот он. Скорее всего, люминка, но все равно находка. Ох, красавец. Говорят, здесь все выкопали. За моей спиной рыбаки. Не буду суетиться. Потом из невидимой точки покажу. Итак, продолжаю говорить тихо. Это удивительно, но в одной и той же ямке два креста. А где он? Это уже старенький крестик. Ну-ка. Сейчас мы его помоем. О, какой красавец. Шикарный крестик. Вот те и перекопали все здесь. Два креста. Первый крест. Второй крест. Красавец. Ну что, буду говорить по-прежнему тихо, но третий крест серебряный. Красавец с цепочкой. Громко радоваться не буду, ибо кругом уши. Вот такой вот у меня тут деревенский прудик. За мной следят непрерывно два рыбака. Спрашивают постоянно, что я нашел. И, конечно же, я им говорю, что советская копеечка. И вот попался. Попался значок. Советский 10 копеек. Легкая атлетика. Сегодня определенно день крестов. Четвертый. Но это алюминка. Но все равно. Что ж, закрома. Это уже не смешно. Пятый крестик. Где он тут? Детский маленький крестик. Сейчас мы его помоем. Да, алюминька. Галапузики.
растеряли. Бутербродик с чаем. Только с солнечной стороны были находки. На теневой стороне вообще ничего. Вот так вот.